ну нахрен. Спасибо огромное. Более за 100. Хватит. Хорошо, понемножку. Thank you.
как, нормально? Зашибись! Давайте, поддержите нас! Следующая песня называется «Смотри, твой». Песня о своеобразном нет, стой, отношении вот к потустороннему миру. Рука уже отвалилась. Владельцев не было? Не было, они эпидемии. Рейджи и Металлик это лицо в банке. Следующая песня. Песня о надежде. Верим в жизнь. Да давай уже.
которая называется «Свет во тьме». Во, вернись. Это давай. Можно уже аплодировать? Сейчас, минуточку внимания. Следующая песня посвящается погибшим подводным лодкам. Она называется «На этом месте тишина». Thank you.
Thank you.
орать. Я тоже это заметил. Название сломано. Зараза. Следующая песня о любви. О, все. Она называется... Что ты зашевелись? Бит собрали. Хорошая песня, что-то зашевелись. Песня называется «Поползли». Че? Себя уговаривать. Еле мясо мужики. Сидели, какие ели. Мясом конюх угощал своих гостей. Все расхваливали ужин. И хозяин всем плюл. А жене своей сны. Yeah.
тихо. А пофиг. Веселый. С головы сама ветер подала. Я хотел любви вместе, но вышло все не так. Ничего в жизни не вернуть. И тебе политесь. А что, с кем это? Давай еще. Со звуковиком. Давай, Алис. А что, понемножку? Давай! О, oh, е! Yeah!
я все понял, сука. Смотри, хорошо. Могу тебе дать перевод, не понравится. Следующая песня называется «Эндер Сэндман». Давай, давай. Мы полетали.
свидания. Киньте мне вот что-нибудь. Давай, Надин. Давай, колбасу. Давай, сейчас. Куда? Сидеть. Рейдж. Сейчас рейдж будет. Сейчас будет рейдж. Давай кричать дешево, дешево. Рейдж, это круто. Рейдж. Вот увидишь. Спасибо вам, что пришли. А что, все? Называется «Гимн жизни». Песня о жизни. Кто не догадался? Искренние порывы и чистые.